Первое, наверное, что надо в рампе научиться делать, это все-таки ставить ноги в инлайн. Поставите ноги параллельно друг другу при движении вниз. Словите затылок или вперед на колени, не очень приятно. Раскатываемся в рампе. Мы сначала подходим максимально к элементу, к радиусу противоположной стороны. То есть, показываю на действиях. Подошли. Делаем два шага вверх. Так как вы уже залезли в рампу, значит, вы уже умеете спокойно разворачиваться. У вас не будет каких-то больших проблем с тем, чтобы сделать два шага вверх, развернуться, поехать в обратную сторону. Так как рампа большая, мы успеваем еще делать шага 3-4 хода. То есть мы делаем раз, два и пошли. Раз, два. Встали, присели, встали, выкатились, опять сели, опять встали, сели. Ну, как самый простой вариант, это все-таки разогнаться с противоположной стороны, просто по прямой подняться как можно выше, встать. Сейчас мы, когда будем присаживаться, мы присядем и повернемся в ту сторону, куда будем ехать. То есть сделали. Раз, встали, два шага. Руки вверх, пристаем, присели. Опять руки вверх, только назад, опять присели. Опять привстали, присели. И так до того момента, пока у вас страх не засковывает ноги, или они просто не забьются и устанут. Руками помогаем, взмах рукой дает больше инерции. Главное, когда вы едете спиной вперед, смотреть, куда вы едете. Съедет нога куда-нибудь в сторону, получите хребтом об угол. Очень больно. Ручаю вас, не испытывайте это. Развороты в рампе делаются за счет того, что вы поднялись наверх, повернули голову, начинаете разворачивать корпус. Развернули корпус. Полностью ноги развернули, пересаживайтесь опять, потому что вы, скорее всего, уже окажетесь на том моменте, когда надо будет присесть и вытолкнуть себя вперед. То есть, на видео делаем раз, два, привстали, развернули, присели, привстали, развернули, присели. Можно все это делать одновременно. Просто ноги еще уходят вверх, а ты уже головой смотришь вниз. Уже потом будет это в перепрыжке, потому что ноги будут запрыгивать туда. Ты уже сможешь себя всего вам самого хорошего, не падайте, получайте массу удовольствия от роликов и катайтесь, катайтесь, еще раз катайтесь. Сюда ваш Роман Багрец.